Слава Господу! Ми так співали, хай кожний радісно співа та славить. І ми можемо згадати цей день, і сьогодні ми будемо говорити. Пам'ятаєте, коли Христос в'їжджав в Єрусалим? І це було таке, можна сказати, шумне, радісне шестя Господа в Єрусалим. І ми знаємо, люди зрізали пальмові віття, стелили свої одежі, славили діти і усі благословені, хто йде в ім'я Господнє. І є в Луки написано, що коли Христос наблизився до города і побачив його, то що сталося, пам'ятаєте? Написано, що він заплакав. Друзі дорогі, ми є на цьому місці і хочеться, щоб Господь був довольний нашим серцем, нашим настроєм, можливо, нашим бажанням прославити Його ім'я. Нехай Господь благословить нас. Давайте ми подякуємо Богу за цю можливість, встанемо і помолимося. За Боже милосердя, яке обновилося цей день над нами, Бог продовжив наше життя, дозволив нам сьогодні прийти в дім молитви, щоби поклонитися разом Богу нашому і Царю нашому. Я хотів би разом з вами, народ Господній, діти Божі, викуплені кров'ю Ісуса Христа, прославити Бога нашого і сказати «Слава нашому Богові!».
Він достойний. І ми сьогодні згадуємо ту подію, яка записана на сторінках Євангелії, про яку записали євангелисти, які писали цю Євангелію, ці події, які відбувалися, коли Ісус Христос, Він був на цій землі. І я також хочу зачитати і поділитися цим місцем Божого Слова Євангелія від Матвія, 21 розділ. Зачитаю з першого стиха, і всю цю подію зачитаю для нас. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Ітфагію до Оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм: «Ідіть у село, що перед вами відразу знайдете ослицю на прив'язі, і осля з неї відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх, і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляв: «Скажіть Сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний, і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'яремної». Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг, по дорозі йшли, зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи: «Осана, сину Давидовому! Благословений той, хто йде в Господнє ім'я, осана на висотах!» Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. А натовп відповідав: «Це пророк Ісус той, котрий із Назарета Галилейського». Я зачитав цю подію, яку ми сьогодні згадуємо, коли Ісус Христос, Він в'їжджав в Єрусалим на тій ослиці, і весь той натовп, і учні, і всі люди, які слідували за ним і перед ним, вони кричали, що благословен, грядущий в ім'я Господня осана, сину Давидову, вони прославляли Ісуса Христа. І згадано оце пророцтво, яке було сказано через пророка: «Ось цар твій іде до тебе, ось цар твій іде до тебе». Друзі дорогі, Ісус Христос, Він є царем. Він є царем. І ми знаємо, коли Ісус Христос, Він ще тільки народився, коли Він прийшов на цей світ. І коли ми читаємо, прийшли оті мудреці зі сходу, вони прийшли до царя Ірода в його палаці, питають, де народжений цар іудейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися йому. А Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним, він знав, що в нього ніхто не народився, що в царському роді ніхто не народжувався. Де ж справді цей народжений, що це за цар народився, де він є? І він покликав цих мудреців, почав випитувати, як це сталося, де. Потім покликав книжників, тих, які досліджували ці книги, книги, про які пророчі книги. І вони кажуть, в Вифлеємі юдейському має народитися Ісус Христос. І він послав туди отих мудреців, каже, що підіть і вивідайте тщательно про цього хлопчика, і коли поклонитесь йому, прийдіть і мені скажіть, щоб і я пішов і поклонився йому. В його був зовсім другий намір, але знаєте, оці мудреці, вони побачили цю зірку там, де вони жили в своїх домах на сході, де вони знаходилися, вони побачили, яка зірка появилася на небі, і вони зрозуміли, що це народилися якийсь великий чоловік. І вони прийшли в Єрусалим туди і питають, де народжений цар іудейський. Люди, які дивилися на цього маленького хлопчика, вони нічого в йому не бачили. Вони бачили звичайну маленьку дитинку, яких було тисячі, можливо, або багато в той час, і кругом було багато маленьких хлопчиків. Але ці мудреці, вони прийшли, написано, поклонилися вони, в ньому побачили царя. Вони побачили в цьому маленькому хлопчику царя Ізраїля, царя. Друзі, дорогі, ми читаємо ще одне місце Божого Слова. Це вже коли Ісус Христос був перед Пилатом, коли його видали первосвященники і книжники і присудили на смерть і перевели його до Пилата, до правителя, який панував там в Ізраїлі, в Іудеї. І привели до нього Ісуса Христа, щоб він звершив над ним суд. І ми читаємо 27 розділ,
Євангелія від Матвія, із 11 стиха написані такі слова: «Ісус же став перед правителем, правитель запитав його, чи ти юдейський цар? І Ісус відповів, ти кажеш». Коли первосвященники і старші його звинувачили, він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому, хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчать? І ще прочитаю із 27 стиха. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторії, зібрали через нього весь підрозділ і, роздягнувши його, накинули на нього багряницю та, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи: «Радій, царю юдейський!» І плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. Коли Ісуса привели його до Пилата, правитель, цар, можна сказати, який правив там, в тій країні, привели Ісуса Христа до нього, і він запитує, каже: «Ти цар іудейський?» А Ісус говорить, каже: «Ти говориш». І коли цей правитель, він хотів відпустити Ісуса Христа, він бачив, що немає в ньому ніякої вини. Але народ почав кричати, що відпусти нам Вараву, а царя цього юдейського розіпни. То Пилат предав його на розп'яття, і воїни, взявши, написано, положили вінок йому на голову, одягнули його в багряницю і кланялись перед ним, падали на коліна і казали: «Радуйся, цар іудейський!» О, якби вони справді розуміли те, що перед ними справді стоїть цар, і не просто цар, а цар царів і владика царей земних, який би то справді був би поклін, але вони того не розуміли, вони не бачили, їхні очі були закриті, вони не бачили того, що перед ними справді стояв той, який створив небо і землю, який прийшов, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Це був цар царів, і він прийшов на цю землю, прийшов, щоб спасти людей, але вони цього не розуміли. Вони перед ним преклонялися і казали: «Радій, царю юдейський!» Вони правду говорили, але вони в те не вірили, що це перед ними був цар царей, який створив небо і землю. І коли ми читаємо далі, коли Ісуса Христа розп'яли і повісили там на тому хресті, то над ним написали, така надпись написана була: «Ісус Христос, цар іудейський». Ісус Христос, цар іудейський. І прийшли люди до Пилата, первосвященики і ці книжники всі, кажуть: «Слухай, нащо ти написав, що він цар юдейський, що не ти неправильно написав, напиши, що він говорив, що я цар іудейський». Але Пилат сказав, каже: «Що я написав, те я написав». І він написав правду, то справді був цар іудейський. Друзі дорогі, і сьогодні щасливі ті люди, які розуміють, знаєте, багато людей сьогодні, вони говорять про те, да, вони признають, що Ісус Христос, він був на цій землі, вони визнають його за якогось такого великого чоловіка, за якогось пророка, але вони не розуміють про те, що справді там, на хресті, висів Ісус Христос, цар іудейський, цар царів. І читаю об'явлення Іоанна Богослова, те, що вже бачив Іоанн, апостол Ісуса Христа, набагато наперед, і він записав в 19 розділі. Із 11 стиха написані такі слова: «І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, і на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я – Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон.
Із його вуст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. І він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме в виноградній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я «Цар над царями і Господь над володарями». Іоанн Богослов, будучи там на тому острові Патмосі, я, каже, побачив білий кінь, і сидить на ньому дуже славний, величний, могутній. І каже, я не знав, хто це такий. Але тут в кінці, каже, на одязі своєму і на стегні написано ім'я цар над царами і Господь над володарями. Іоанн побачив прославленого Ісуса Христа, який він велич і справді цар над царями. Я дивився, хто ж такий цар? Цар – це говориться так, що це повновладний владика над ким або чим-небудь. Повновладний господар. І справді тут написано, каже, що я побачив цього, і в його написано було на стегні, написано було ім'я «Цар над царями і Господь над володарями». Він повновладний господар не тільки неба, але й землі. Він все створив. Він є цар над царями. Він є володар над всіма тими, хто панує на цій землі. Але люди цього не розуміють. Люди цього не знають. А ми щасливі, браття, сестри, що ми сьогодні прийшли, щоб поклонитися Богу нашому і царю нашому, Спасителю нашому, який повновладним є господаром всієї землі і неба, і прийде час. Перед іменем Ісуса Христа преклониться всяке коліно небесних, земних і навіть преісподніх. Кожне коліно преклониться перед Ісусом Христом, тому що Він справді є цар над царами і владика царів земних. Він одного разу з'явиться і побачить його кожне око, і ті, які прокололи його, і ті, які сміялися і склоняли свої коліна перед ним і казали: «Радуйся, цар іудейський!» Вони не розуміли те, що вони говорили правду, що справді перед ними був цар царів і Господь, який прийшов звершити спасіння людей, щоб дати людям надію на вічність, на щасливу майбутню вічність там в небесах тим, хто повірує, хто побачить всьому справді царя свого і спасителя свого, преклониться перед ним. Тут, на цій землі, той має надію на блажену вічність там зустріти і побачити своїми очима цього царя царів і впасти до його ніг, поклонитися йому і прославити його. Нехай благословить всіх нас Господь, друзі, дорогі. Ми будемо зараз молитися до Бога, просити, нехай Бог, він благословить це зібрання надалі, благословить братів, які будуть говорити слово корисів. Хай всіх нас благословить, ми будемо схиляти свої коліна і розуміти те, що ми не просто перед кимось скляємо, а перед царем нашим, перед спасителем нашим, перед тим, який ради нас прийшов на цю землю, став подібний до нас людей, щоб нам дарувати майбуття і надію. Це все він зробив заради нас. Цар царів і Господь господствуючий так смирив себе, так себе унизив, таке переніс від людей, але він остався царем, і він буде царювати, і будемо ми царювати з ним, друзі, якщо останемося вірними йому до кінця свого життя. Хай Бог на всьому благословить, ми схиляємося і молимося до нього. Амінь. Плаче Господь.
Разом з вами, дорогі браті і сестри, хочу сказати слава нашому Господу. Я хочу нагадати слова. Ми проспівали таку пісню, що хай всякий радісно співа і славить. У співах будемо прославляти Господа. Хочу нагадати слова цара Давида, де він закликав, що ми славили Бога. Прийдіть во своєму Господу, восклікнім твердині спасення нашого, предстанем лицю Його со славословием, в песнях восклікнім Йому, ібо Он є Бог великий, Цар великий над всіми богами. В Його руке глибини землі, вершини гор Його же, Його море, і Он создал Його, і сушу образували руки Його. Говорить, прийдіть, поклонімося і припадем, преклоним колені пред лицом Господа, Творця нашого, ібо Он є Бог наш, і ми народ пастві Його, і овці руки Його. Усі ми, люди віруючі, знаходимося в руках нашого Спасителя Ісуса Христа, і Він управляє нашим життям так, як Йому угодно. Що Він подає для нас в житті нашому, ми повинні прийняти, як від Його святої божественної руки, і за все йому дякувати, за все його славить, бо він цього хоче. І так як сьогодні ми згадуємо ці славні події, які записані на сторінках Євангелії, про ці діла, де свого часу відбулися з Христом тут на цій землі, про ці події, вони такі під заголовок кожної Євангелії написано «Торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим». А чого він такий торжественний? Не знаємо, як там люди восклицали «Осана» і проспівали їм пісні, що «Осана, Осана Христу». Люди восклицали і прославляли. І про ці події нагадали всі чотири євангелісти. Всі чотири євангелісти про ці події написали у своїх Євангеліях. Євангеліст Матвій у 21 розділі, Марко в 11 розділі, Лука в 19 розділі. І саме найменше то написав святий апостол і євангеліст Іван. Він у 12 розділі теж нагадав про ці події, які ми сьогодні відмічаємо. Про цей славний, торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Люди так возвеличували Його, прославляли Його і посилали одежі на дорозі, хоча Він їхав на тому молодому слі, Він їхав, а люди різали вітки з дерев, посилали одежі свої по дорозі.
таку пошану давали Ісусу Христу. І як вже було, брат передо мною прочитав на українській мові, що коли він війшов в Єрусалим, то що сталося? Весь город прийшов у движення. Там, де присутній Бог, чи Ісус Христос, там не може бути все спокійно. Там, виходить, тривожне положення. І коли вийшов він в Єрусалим, весь город прийшов у движення. І говорили, одне питання поставало, хто цей, хто це такий, що так город через його присутність в городі прийшов у движення. І говорили, як вже брат прочитував, що це Ісус, пророк із Назарета Галилейського. Назарета Галилейського. І що ж Ісус став там робити в Єрусалимі? Ми читаємо Євангелії, що коли він вийшов у храм, то побачив там, що там іде торговля. Що там іде торговля. Там люди вместо того, щоб славити Господа, уже тут торговля йде в храмі. А Христос оце все побачив, то він почав виганяти, почав забороняти оце все і употребляв свою таку власть і опрокинув ті столи мінищиків грошей, столи продаючих голубей і так далі, і все інше. Він став там очищати цей храм. Так само, дорогі мій, брати і сестри, в нашому храмі, що в нашому храмі на сьогоднішній день робиться? У нашому сердечному храмі. Він живе в наших серцях Духом Святим. Співаємо таку пісню, що я не стержусь. Господь завжди со мною. В мені Он храм создав себе святой. Кожному з нас создав храм для себе, для своєї присутності. І управляє нашим життям по своїй волі. І що на сьогоднішній день в нашому храмі робиться? Може так само там проїсходить якась торговля? Може там хто займається яким грошовими ділами чи щось іншим? Що ж у нашому храмі на сьогоднішній день? Або співаємо таку пісню. О, неужелі цар вселенної простор небес твоїх так мал, що в хижині моєї тілесної ти місто для себе ізбрав. От в нашій тілесній цій храміні живе наш Спаситель Ісус Христос. І ми повинні це учитувати і прославляти нашого Господа тим даром, який ми отримали від Нього. І коли Христос вийшов у цей храм, він почав там робити роботу, став очищати цей храм і сказав, що написано, що дом мой, дом молитви наречеться, а ви зробили з говорити прозбійників. І там він приступили йому до його в храмі, там всякі недужі, всякі хворі, і він там почав ісцілять. А другі люди були цим незадоволені. Воно так і виходить і в настоящий час. Одні радіють, одні задоволені, а другим не нравиться, другим щось не по їхньому, щось не нравиться. Так воно було від початку, і воно так продовжується, і не знаємо, скільки воно буде продовжуватися. Ну, допоміг би нам Господь остатися вірними йому, прославити його, так як разом з тими, з усіма святими, з усіма людьми, які восклицяли «Осана, благословен, градучий в ім'я Господні». Але що ж далі робиться? Коли Христос під'їжджає до Єрусалима, коли він наблизився до спуска гори, то дивлячись на город, що він зробив? Заплакав над ним. Заплакав над ним. Раніше не плакав. Так як у народі говорять, що є. Коли очі не бачать, то серце не болить. Так само і Христос свого часу. Коли він не бачив, то він не плакав. А коли він наблизився до города і побачив цей город, то заплакав над ним.
і сказав: о, коли б ти хоч цей твій день познав, що потрібно тобі для спокою, но нині говорить закрито від глаз твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли тебе окопають, обложать побив дітей твоїх тобі. Тому то, дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо такий спокійний час. Хай Господь нас благословить, згадуючи ці події, які записані на сторінках Євангелії. Ми бачимо, що Христос заплакав, і ми читаємо там в другому місці теж Євангелії, що він сказав такі слова: «Єрусалим, Єрусалим, ізбиваючий пророку, і камням вибиваючи посланих тебе, скільки раз хотів я собрати вас, як пташка збирає пташенят своїх під крилля, а ви не захотіли. І на сьогоднішній день Бог предлагає всім це велике блаженство, це вічне життя. Бог сьогодні предлагає всім, але люди легковажать, люди не звертають уваги на це. Людям це не нравиться. Так свого часу і там було в Єрусалимі. Особливо ці фарисеї, книжники, вони дуже незадоволені були його діями, його словами і всім іншим, що він там робив, маючи власть. І вони підходили його, питали, задавали йому такі питання: хто тобі дав таку власть? Чиєю властю ти це робиш? Хто тобі дав оцю власть? Але Христос там їм не відповів, їм стичне запитання дав. Я вас попитаю, хрещення Іванова звідки було, від людей чи від Бога? А вони що сказали? Порозуждали між собою і сказали: не знаємо. І не так не хотіли сказати. А коротенько відповіли, що не знаємо. Отак воно і на сьогоднішній день продовжується в народі. Бог сьогодні всіх закликає до спасіння і предлагає всім спасіння і вічне життя. Будемо старатися, щоб нам наше начате життя твердо зберігти до кінця, прославляючи його, знаходясь на цьому святому місці, в домі молитві. Як я часто нагадую ті слова, що на землі є таке заветне місто. Це місто святое, молитвенний дом. І ми, знаходясь на цьому святому місці, будемо почувати себе як перед лицем Божим, будь уважними до Слова Божого, старатися не тільки слухати чи читати, але злагати його в своєму серці і постаратися в житті своєму виконувати його, яке служить нам для спасіння нашого. Ми самі по собі то слабі, безсилі. Ми самі по собі нічого не значучі. Але з нашим Ісусом Христом ми зможемо все перемогти, що Він для нас, що нам трапляється в нашому житті. Бо все, чим, як Він управляє нашим життям, то його воля на все. Ми співаємо таку пісню: «Радость или горе свіше суждені, каждому по силі Господом дані. Дасть ли мне он испытания, всего благо для меня. Не смутить меня страдания, знаю, любит он меня». Слава Богу, що ми маємо такого наставника, такого помічника в житті нашому, який співчуває нам у всіх наших бедах і всіх наших скорботах і переживаннях. Хай Господь усіх нас благословить, що ми, чуючи слово, оце слово святе, радувалися і в піснях прославимо його. Пісня хвали належить йому. Да веселяться і радуються племена, ібо ти судиш народи праведно і управляєш на землі племенами. Да восхвалять тебе народи Боже, да восхвалять тебе народи все. Да благословить нас Бог, Бог наш, да благословить нас і убояться Його всі пределы землі. Амінь.
Навстречу Иисусу город вышел. Отцы и дети, знатный люд и нищий, пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, а до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава. Благословен грядущий царь, Осанна. И поднимали ко Христу детей, а до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее. И над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста, обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу. Он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь головкам детским прикасаясь, благословлял любовью нежной он. Еще немного, и его, казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет всего 5 дней, и станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие свершится очень скоро. Толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с Ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти, но, зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник. В преддверии страданий помолчим с благоговейным трепетом и болью. Он ради нас пожертвует собою. За грешный мир Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5. Аминь. До сердец загублений стукає любов, у вірку терновому на обличчі кров. Зранена й знесилена в пасмурній тиші, тихо ніжно просить місце у душі. Зранена й знесилена в пасмурній тиші, тихо ніжно просить місце у душі. А й серце чується, відійди непрошена, скільки вже вас було, геть для мене досить. Але знову стукає, адже це любов, бо не дар молилася з ран пробити кров. Але знову стукає, адже це любов, бо не дар молилася з ран пробити кров. Знову не впускають, знову чути стук, вона не відійде, хіба проженуть. А запас терпіння, Бог живий струмок, стукає і стукає, адже це любов. А запас терпіння, Бог живий струмок, стукає і стукає, адже це любов. Тижнями, роками чути в тишині, із надвору просьба середини дні. І часом подумає, що який наш Бог, стукає і стукає, адже це любов. І часом подумає, що який наш Бог, стукає і стукає, адже це любов. Слава Богу, дорога церковь. У нас сьогодні хороший праздник. Я хотел бы зачитать место Священного Писания, потом мы с вами помолимся за детей и за учителей воскресных школ.
Народ же пришествовавший, это Матфея, 21 глава, 9 стих. Народ же пришествовавший и сопровождавший восклицал: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано, дом мой, домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус Христос входит в город. Происходит такое событие, удивительное событие. Что-то случается с людьми. Они принимают его, кто-то принимает его как пророка, кто-то его принимает как будущего царя иудейского. И люди начали срывать с деревьев ветви. А за то, что когда-то в Израиле ты сорвешь какую-то ветвь, сломаешь ее, ты должен был за нее заплатить. Должен был заплатить за то растение, которое ты нарушил. И люди не смотрели на то, что они потом будут отвечать за это, платить деньги, отвечать за то, что они сделали. Они срывали ветви, они постилали ему, кричали: «Осанна, Осанна». Иногда в нашей жизни, как важно, чтобы мы понимали, что поклонение Господу, оно всегда должно чего-то стоить. И когда он зашел в храм, вы знаете то, что он там совершил? Дети. Дети, они начали восклицать: «Осанна, сыну Давидов». «Осанна». Дети начали восклицать. Вы помните, как Иисус однажды послал ребенка и сказал, что если вы не будете такой, как этот ребенок, то вы никогда не сможете войти в Царствие Божие. Дети, которые верят в чудо, дети, которые воспринимают сказки, может, родителей, которых им рассказывают, они верят в чудеса, они верят в то, что взрослые уже не верят, далеко, может, не могут поверить, если вы не будете такими, как дети. Как важно, чтобы в нашей жизни, особенно в церкви, мы влаживали в наших детей и открывали нашим детям того Бога, которого мы знаем. Того Бога, которого мы знаем. Того Бога, которого мы переживаем в своей жизни. И они в искренности своего сердца, видя наши поступки, видя наши дела, видя наши отношения с Богом, они будут меняться. Они будут хотеть становиться христианами. Поэтому давайте мы с вами сейчас помолимся за детей, за воскресную школу, за учителей, чтобы они смогли им передать того Бога, в которого мы верим. Я помню в детстве одну историю своей жизни. Когда-то, я это был где-то первый, может быть, второй класс, я научился чуть-чуть читать. И у нас была такая дома, я помню, зал, маму, папу пригласил, говорю: «Приходите, у нас сегодня будет служение». Я с сестрой своей. И помню, мы ложили такие стульчики, накрывали их и делали кафедру. Я стоял там, ну, как-то умею читать, проповедовал им. Они наблюдали, знаете, какой-то такой мини, ну, как бы театр, может, был. Ну, мне хотелось всегда с детства, это было мое желание проповедовать. Но я хотел бы чуть-чуть сказать о другом, у меня есть это на сердце. И, знаете, такой мини-театр, я как бы проповедую, мама с папой со мной молятся, все хорошо, то есть я проповедник, они мои члены церкви. Ну, вот примерно понимание, в котором вот я вырос в церкви, чуть-чуть это видел. Знаете, как важно в нашей жизни, чтобы мы понимали, что церковь – это не то место, которое мы просто должны прийти в воскресенье, побыть там. Пусть это среда, мы не просто должны сидеть там в хоре, и у нас есть какое-то… вот у меня есть служение, ты не просто должен быть проповедником, мы не просто должны здесь собираться. Это место, где мы должны прославлять нашего Бога. Это место, в котором мы должны поклоняться нашему Богу, делиться с нашим Богом, которым мы переживаем. И это очень важно, чтобы у нас не было какая-то всего лишь роль в христианстве, но у нас была жизнь во Христе. Роль есть роль, христианство есть христианство, жизнь есть жизнь, жизнь в Боге – это жизнь особенная. Как важно, чтобы мы были тем письмом в
все мы читаем и узнаваем. Не только, знаете, иногда люди переключаются, как монахи, они закрываются в монастырях, люди другие, там, священники, они одеваются в одежды особенные. Знаете, вот самое главное, чтобы мы не только этим выделялись. Что сказал Иисус? Почему узнают вас, что вы мои ученики? По любви друг к другу. Узнают, что вы мои ученики. Как важно, чтобы у нас прежде всего была любовь к нашему Богу. И наши отношения были с Ним налажены. Если наши отношения есть с Богом, то наши отношения к людям, они будут с любовью и в доброте. Слава нашему Богу за то, что Он у нас есть. Я хочу сегодня проповедовать на тему, на кого же стоит надеяться. Тема надежды – это большая тема. Я сегодня постараюсь узко сузить ее всего лишь на каких-то физические лица, на которые порой люди надеются в жизни. И буду предельно быстро об этом говорить, так как мало времени. Первое место Писания – это Псалом 145, 3 стих. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». И первый пункт – это «не надеяться на власть имеющих». Тут написано еще раз «не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Очень удобно. «В котором нет спасения». Как часто в жизни ты слышишь, не только в христианской среде, ты слышишь, печально, что это бывает в христианской среде, бывает в церкви, когда ты слышишь от людей, вот у меня есть кто-то знакомый, который во властях, который работает в какой-то структуре, вышепоставленный человек, может это мэр города, может это кто-то другой, человек, с которым я вырос, и он мне во всем поможет. Как часто я видел, когда человек надеется на человека. Кто-то родственник, там, еще называют кумовья, ну, кто-то знакомый, сосед. И вот часто бывает, что люди, они надеются. Надеются на какого-то человека, что он им поможет, что-то сделает, подаст руку помощи в трудную минуту. И как часто бывали такие моменты, когда надежда не оправдывалась, когда те люди, которые были вышепоставленными, и у них были родственники, и они обращались к ним, и они не могли им помочь. Они не могли им помочь, потому что они чем-то своим, они переживали за то, что они выше поставлены и могут за это их там наругать, могут уволить, и свое мнение у начальства о них изменится. Как часто бывает то, что люди прежде всего бегут к человеку, бегут за помощью к нему. И как жалко то, что люди, особенно христиане, часто надеются на власть имеющих. Придет новое правительство, у нас все изменится. И знаете, за годом ничего не меняется. И правительство новое приходит, одно, второе, третье, ничего не меняется. И люди в надежде, вот теперь мы этого президента выберем, вот в надежде на то, что все поменяется. Как важно, чтобы мы не надеялись на князей. Все, что в мир приходит, все влиятельные люди появляются в мир и исчезают из мира по воле Божьей. Вы помните разговор Пилата и Иисуса? Сегодня напоминалось об этом. Когда они стояли в притории и сказал, что я имею власть наказать тебя, я скажу своими словами, я имею власть отпустить тебя, как и слова Иисуса были. Ты не имел бы власти, если это не дано было тебе от Бога. Что получается? Вся власть, которая есть в этом мире, она приходит от Бога, и Бог ее дает. Вы помните Навуходоносора, который когда-то проходил по своим палатам, потому что он имел? И что он говорил? О, это сделала моя рука. Он был великим царем, он был великим князем. Что произошло с ним? Только еще слова были на устах его, и уже был разум отнят от него. Ну, потом, конечно, это все Бог назад вернул, он прославил Бога. Вся власть, которая есть в этом мире, она приходит от Бога. Но нам не стоит надеяться. Неважно, есть какой-то родственник, может, у тебя где-то во властях, который тебе поможет. Может, это в каких-то других структурах. Может, ты ждешь надежды и надеешься на то, что кто-то тебе поможет. В Писании много написано. Еще Псалом 117, 8-9 стихом также написано о надежде на князей. В 143-м псалме написано о том, что не надейтесь на князей, не надейтесь на власть имеющих. Покоряться? Да. Молиться за них? Да. Но не надеяться. Следующее, это второе, надежда на ближних. В Иакова, 2 главе, 8 стихом,
написано о том, что, скажу своими словами, так времени нету, написано о том, что мы должны любить своего ближнего, который находится с нами. И как часто мы встречаем, я лично в своей жизни встречал такие ситуации, когда человек ближний, пусть это в семье, кто-то на кого-то полагал надежду. Вот я надеюсь на то, что ты мне поможешь, я надеюсь на то, что ты меня поддержишь, я надеюсь на то, что ты подашь свое плечо в трудную минуту. И приходили моменты, когда все рушилось, потому что человек надеялся на человека. Сколько в жизни ситуаций, когда самая несокрушимая любовь рушилась из-за того, что кто-то понадеялся. Люди уходят из семьи, перестают ходить в церковь, разговаривать годами. Я часто встречал такие моменты, когда люди сидят в церкви, и кто-то кому-то не помог, кто-то кому-то позвонил, сказал, помоги мне, и как-то у кого-то не получилось. И человек уже обижается, человек не общается, потому что его надежда однажды на своего ближнего рухнула. Он когда-то надеялся на своего ближнего, которого с ним рядом. Ну, в один момент эта надежда рухнула, потому что кто-то не оправдал твоих дверей, кто-то не оправдал твоей надежды. Ситуация. Вы помните доброго самарянина? Особенно дети, может, помнят. Мы все помним о том, как мы называем такого человека добрый самарянин, история о ближнем. И однажды один человек, я думал, что это был иудей, я так думаю. То есть если смотреть всякие исследования, то говорят, что это был человек-иудей, который шел из Иерусалима в Иерихон. И вот случился момент. Его поймали разбойники, люди, которые его побили, избили его. И он валяется, лежит у дороги. Ну, я думаю, что валяется, когда обычно избили, бросили его там. Он валяется, ему больно, с него раны. Ну, это тяжелое состояние. Когда человек избитый, на улице жарко, пыль, в раны попадает пыль, песок. Ну, это тяжелое состояние, человек избитый идет. Что происходит? Смотрите, первая ситуация, это идет священник, да? Идет священник, и вот я себе думаю, я так думаю, это мои личные мысли. Я думаю, человек лежит себе и вот думает, вот священник, вот сейчас он мне поможет. Вот сейчас бы, вот он мне поможет. Что произошло с священником? Священник посмотрел и прошел дальше. Как? Священник служит Богу? Сказать нашим языком, проповедует церкви, передает волю Божью нам? Служит? Надежда на священника? Священник прошел. Что происходит дальше? Левит. Человек, который приводит поклонение Израиль, который поет, может еще чем-то трудится в церкви, потому что у левитов у них были разные труды. Кто-то пел, кто-то мыл просто стену, по-разному, у них разные труды были. И вот левит идет, человек, который приводит Израиль к Богу, понимаете, вот этот уже поможет, ладно, священник занят, ему надо идти на собрание, вот этот уже поможет мне. Что происходит? Левит так же само проходит дальше. Левит уходит, следующая ситуация идет самарянин. Иудеи с самарянами не общались, у них были разногласия свои, там, поклонения и все подобное. Что происходит? Идет самарянин, я думаю, что у него даже мысли не было о том, что этот человек ему чем-то может помочь. У него даже надежды в разум, думаю, не приходило, что этот человек ему поможет. Но что происходит? Этот самарянин, на которого он даже надеяться не мог, подумать себе не мог. Наверное, я так думаю. Представьте себе, он подходит, берет этого человека, омывает его раны, привозит его в гостиницу, платит за него деньги, полностью оплачивает и сказал, что если что-то, я еще оплачу. Что происходит? Человек, на которого не надеялись, он помогает. Человек, на которого надеялись, верующий человек, он не помогает. Ты не должен искать, кто твой ближний. Ты должен сам становиться ближним. Ты не должен искать, кто тебе поможет. Надеяться на кого-то, что кто-то поможет. Будь ты тем, который помогает кому-то. Будь ты тем плечом, который всегда сможешь поставить для того, чтобы помочь, для того, чтобы поддержать. Как важно, потому что любовь, она с того состоит, что любовь это не то, что я принимаю от кого-то, вот меня любите, мне давайте, для меня делайте. Нет, любовь это та, которая отдает. Мы видим Иисуса, который поступил и сделал, отдав себя, отдав свое тело, отдав себя ради кого-то, ради нас. И мы сегодня имеем спасение с вами. Поставляй свое плечо ближнему своему, но не ищи
не надейся на ближнего, что он поможет. Потому что часто Бог это все рушит. Часто бывает, что ты надеялся, и вот человек не оправдал твоих доверий. Знаете почему? Потому что Бог специально создает ситуации для того, чтобы разрушить нашу надежду на людей. Чтобы мы не надеялись на одно. Мы полагались на Бога, что он что-то сделает. Кто-то поможет мне в работе. Ты обращаешься к человеку, человек не помогает. Бог рушит все. Он хочет, чтобы он был единственный тем, на кого ты надеешься в жизни. Следующее – это надежда на себя самого. И там есть три подпункта. Я прочитаю притчи. Это 3 глава, 5-8 стих. Здесь написано так. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравие для тела твоего, питанием для костей твоих». Слава Богу. И здесь три подпункта. Это надежда на разум свой, надежда на силы свои и надежда на богатство свое. Как часто люди надеются на разум свой. Вот я смогу. Это касается всего. И может быть там проповеди. Потому что вот я умный, я вот смогу, я запомнил все. И часто люди выходили и терялись. Как часто вот я смогу, я решу вопросы какие-то. И ум, он, ну, не в то русло был направлен. Как часто мы сейчас слышим, что люди, они говорят, что вот, развивай себя, ты все сможешь. Человек, я верю в себя, я верю в свой разум. И как часто бывали такие люди, кто-то лишался разума, кто-то не достигал чего-то в жизни, их не разум их подводил. Если у тебя есть разум, если у тебя есть ум, направь его на то, чтобы познавать Бога в своей жизни. Направь свой разум для того, чтобы познавать Бога. И делать что-то для Бога, делать что-то для церкви, делать что-то для людей. Направь свой разум. Однажды французский философ Жан де Лебрюэра сказал, философ 17 века, сказал такие слова, мне понравились, я их записал. «Быть в восторге от самого себя и сохранять уверенность в собственном уме – это несчастье, которое может стрястись только с тем, кто или вовсе не наделен умом, или наделен им в малой степени». Я думаю, что вы понимаете. Следующее – это надежда на силу свою. Ты полагайся. Давайте посмотрим на Голиафа, который однажды перестал пред народом. Человек сильный, человек имеет силу. Но что произошло с ним? Какой-то маленький Давид его поразил, погубил просто в один момент. Потому что у тебя есть силы. Все, что у нас есть, это здоровье, которое дает нам Бог. И единственный, кто достоин славы, это только Бог. Единственный, кто достоин того, чтобы мы служили своим здоровьем, своими силами, это только наш Отец Небесный. Никогда не надейтесь на себя, на то, что я могу, то, что я сделаю. И третье – это надежда на богатство. Богатство – это неплохо. Это неплохо. Кому-то дал Бог богатство для того, чтобы служить. Но никогда не нужно надеяться на него, что ты можешь своими деньгами что-то решить в жизни. Можешь все решить, потому что у тебя есть много денег. Завтра придет момент, когда тебя не станет, когда же однажды человек выходил на поля и говорил, вот столько у меня есть. Ну, говорит, что ночью придут за тобой, заберу тебя. Надежда на богатство. Если оно у вас есть, служите им Богу. Служите им Богу, благословляйте Бога. И последние три момента, и мы будем с вами молиться. Это надежда на Бога. Какие есть проблемы в надежде на Бога? Первая проблема – это Бога нельзя увидеть. С древности люди лепили всяких башков, делали статуэтки, рисовали иконы, рисовали картины для того, чтобы поклоняться Богу. И нам часто, порой тяжело, потому что ты не видишь Бога, ты не видишь Его. Знаете, нам легче, когда ты общаешься с друг другом, когда ты общаешься с другим человеком, нам легче, а когда ты не видишь Бога. Надежда порой у людей сламывается. Ты его не видишь. Это есть проблема. Следующая проблема – это Богу не выскажешь своих недовольств. Бог иногда происходит в нашей жизни ситуации, подводит нас к ней. И может быть мы хотели высказать какие-то недовольства о том, что Бог, ты не так делаешь, или ты не так поступаешь, или ты не так делаешь, как я бы хотел. Но ты не выскажешь, потому что Бог, Он суверенен. Он делает то, что Он хочет. И как Он считает нужным. Бог поступает. Если бы Он поступал, как мы думаем, далеко бы не так все в нашей жизни было. Бог делает то, что Он хочет. И Бога нельзя обмануть. Что я в этом говорю? Это Бога ты никогда не обманешь. Вот здесь я могу стоять и говорить, друзья, я надеюсь на Бога, я надеюсь на силу Его, я надеюсь на славу Его. А внутри далеко не надеяться на Него.
Вот так порой мы пристоим перед Богом и можем в молитвах взывать о том, что, Господи, мы отдаем свое сердце, свои силы для Тебя, Господь. Мы отдаем себя, но Бог видит нас. Мы друг друга не видим. Вы не видите меня, мою внутренность, я не вижу вашу. Мы красиво можем говорить, но Бог видит нас, видит нашу внутренность, видит нас всех. Я читаю место Священного Писания, и мы будем с вами молиться. Это 17 Иеремия, 17 глава Иеремии, 5 стих. И ниже. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Он будет как вереск. Вереск – это такой зеленый куст, который растет в пустыне. Он может в любом месте, он может при большом солнце расти. Он зеленый, на нем есть такие розовые, розовенькие цветочки. Он вроде бы красивый. Он может не такой взрачный, как дерево. Но что толку с него? Он просто растет, он никому не нужный. Он просто где-то там в пустыне. Вроде он красивый, зеленый, в пустыне при зное. Но он никому не нужный. И дальше написано: благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи не боится и не перестает приносить плода. Слава нашему Богу! Как важно, чтобы мы надеялись на нашего Бога. Мы будем как дерево, посаженное у потока вод. А что же делает дерево? Оно приносит плод. Благодаря дереву мы едим плоды, мы живем. Оно приносит тень, оно много чего доброго приносит. Но дерево, у него есть корень, корень, от которого он берет. Корень, который идет к воде и питается от него. Как важно, чтобы мы не были вересками, чтобы мы не надеялись на князей, не надеялись на ближних, но были им опорой. Наоборот, для них были теми, кто подлаживает свое плечо и не надеялись на себя самого. Есть много проблем. Но я думаю, что Бог нам в этом обязательно поможет. Я хочу, чтобы мы понимали, что наша надежда, она начинается с того, когда мы относимся, у нас есть отношения с Богом. Вот с этого появляется в жизни наша надежда. Я хотел бы с вами кратко помолиться. Давайте встанем для молитвы.
Я хочу вместе с вами прославить Господа. Слава Господу! Знаете, я немножко добавлю Саше. Сашу. Саша говорил о том, что церковь – это прославление Христа. Вот. А я еще скажу другое. Церковь – это оттачивают здесь мечи, наполняются силой и идут проповедовать дальше. Когда-то Христос сказал, что говорит: «Я вас раньше посылал без сумы, без меча, а уже теперь, когда я уйду, возьмите суму и возьмите меч». Так вот, в церкви не просто сидят, не просто слушают слово, а оттачивают мечи, то есть слово Божие берут с собой. И идем дальше проповедовать слово. Я читаю слова Иисуса Христа. Иисуса Христа, Матфея, 28 глава, 19 стишок. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Марка, 16-15 стих. «И сказал им: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И третье место. Деяния, 1 глава, 8 стих. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Знаете, Христос не сказал, что вы сидите. Вот есть такое место интересное в Библии, когда родители Иисуса Христа
пошли вместе на поклонение в храм в Иерусалим, да. Когда и шли обратно, оказывается, вспомнили, что они в Иерусалиме Христа, в храме Христа забыли, да. Чтобы не получалось с нами так, что приходя мы на служение, здесь слушаем Слово, поклоняемся Христу, воздаем Ему хвалу, а туда пошли, Его здесь оставили, да. Вот. Потому Христос сказал, чтобы мы не сидели, а и шли. И шли, и проповедовали. Вы знаете, у меня был друг, православный священник, нету его, он уже в вечность ушел, да. Вот он говорит, что у него дали приход, вот, в Краснокнянском районе, он говорит, что приходят три бабушки в церковь, приносят 3 рубля, а мне, говорит, надо 5 только на бензин, на дорогу. Ну, тогда советские рубли были, вот. А я говорю: Витя, а чё ж ты сидишь в церкви? Я говорю: ваша проблема в православной церкви, когда вы сидите и ждете, что к вам кто-то придет. Вот, я с этим сталкивался, я со священниками разговаривал. Я говорю: иди по селу, проповедуй слово, кажи за Бога, это самое, зови их в церковь. Я пішов, ви знаєте, пішов, а тепер Дян каже: вчора в мене був піп, ми з ним таку банку дали. Я говорю: то чого ж ти пішов слово сіяти, а це саме, не банку ж давати, а слово сіяти, да. Тому Христос сказав, що ідіть. Ви знаєте, я коли учився, зі мною вчилися, ну, зі всього Совєтського Союзу. І от браття, особливо браття з Дальнього Востока, говорять, що ми сьогодні молимося за те, щоб Бог послав гонення на Україну. Говорить, здесь столько церквей, особенно я знаю, у вас в Ровно здесь самое больше церквей, чем в других городах, да. Говорит, что когда-то Бог послал гонение на Иерусалим, чтобы слово рассеялось, разошлось. Вот. А теперь я говорю, что братья молились, говорили: молимся, чтобы на Украину послал Бог гонение, чтобы разошлись здесь, чтобы не сидели все вместе. Потому Бог сказал, что Христос сказал: идите. Вы знаете, если мы не пойдем к грешнику, он сюда не придет. Я всегда говорил, что вот там на входе стоят бесы. Везде, в любой церкви, да. Стоят бесы, они грешника сюда не пропустят. Они говорят: проходи, здесь штунды, тут не надо тебе, проходи дальше. Не придут они, если мы не пойдем и не переведем их. У нас было 90-летие нашей церкви, и было 20-летие постройки молитвенного дома. У нас был наш начальствующий епископ, брат Жора Бабий, да. И вот он поставил задачу, чтобы каждый из членов за один год привел хотя бы одного человека. Привел хотя бы еще одного человека. Говорит: тогда вы построите еще одну церковь. В Кривом Рогу, говорит, уже строится 12-я церковь. Ну, понимаете, здесь сейчас еще такое время, что, говорит, придет время отступления, да. Сегодня по справке в Европе закрылось более 1500 церквей. Ну, не только наших евангелийских, а вообще церквей. Здания, которые имеют историческую ценность, они закрыли, их нема кому обслуживать, да. Но зато растут, ну, другие конфессии, особенно Иеговы растут, да, вот. А у нас, вот, допустим, в нашей церкви летом принимал крещение один человек, я имею в виду с мира, не имею в виду с церкви, а мы просто держимся за счет своего внутреннего ресурса. Наши дети, если не уходят в мир, значит, приходят до Господа, приходят в церковь, пополняют церковь, да. Я не знаю, как у вас, но у нас вот такая вот беда, да. Вот. Потому, вы знаете, я когда посмотрел, сколько у вас в церкви братьев, так у меня душа радовалась, вы знаете, сколько это самое, как можно пойти и наступать. Иисус сказал, что идите и наступайте, да. Вот. На слово. Наш пастырь, он епископ Одесской области, да, в области, и это самое, был в нашей церкви, на хлебопреломление преподавал, посмотрел, а сидят братья, там, ну, в селе церковь маленькая, 7 братьев сидит, а он спрашивает: а что вы тут робите?
Чого ви тут сидите? Говорить, що не можете проповідувати? Ідіть до брата Жені, хай вас приймає Гедеоновці, будете розпрослуняти Слово Боже. Тому Христос і сказав, що ідіть і навчите. Є така притча о сіятелі, я не буду читати із-за того, що время мало, да. Это написано у нас в Луки. В Луки 8 глава, з 5 по 15 стишок. Ви вдома прочитаєте, я вам так кратенько розкажу кое-что. І вийшов сіятель і сіяв. Сіяв в одну почву, в другую, в третю, от в добрую, где дало семя. Так вот, мы должны идти и сеять, независимо от почвы. Независимо от почвы, мы должны сеять слово. Мы сеем слово, кому-то оно пойдет во спасение, а кому-то попадет во свидетельство. Вы знаете, я когда служил в армии, стал верующим, вот разговаривал со своими сослуживцами, вот, рассказывал им о Боге, а они, это самое, говорю, а теперь вы знаете, вы уже оправдания не будете иметь. Говорит, чего? Я говорю, а когда вы умрете, придете пред Господа, когда попадете на суд, Господь скажет, вам говорили слово, почему вы не приняли, да? Оправдания вам уже нету. И обязательно напомнит, где оно слово говорилось. Вот. Потому мы должны сеять это слово. И не просто это самое, как его, это наша задача. Это наша задача. Говорит, что... апостол Павел сказал, что говорит, что я не должен стыдиться. Стыдиться, вы не должны стыдиться, сеять благую весть и меня узника. Вот. Потому, знаете, другой раз, что сидишь и не знаешь, и думаешь, да? Где-то сказать, может быть, неудобно. Вы знаете, сразу в это самое, когда я стал проповедовать, благовествовать, вот, мне сразу было, ну, как-то неудобно, а потом привыкаешь и полагаешь все на это, на Христа, вот. Полагаешь это на Христа и так постепенно привыкаешь. Ну, знаете, в советское время было, а еще я служил в армии, а у нас, ну, немножко прижимали за это дело, вот. И Христос сказал, что не только в Иерусалиме, не только здесь, в этом, в Израиле должен, а и другим городам я должен проповедовать. Потому Слово Господне дошло и до нас. А мы по обетованию дети Авраамовы, что Христос, это самое, что мы есть наследники, сонаследники Христовы, да, мы наследники Царства Божьего. И для этого, для благой вести нам дана власть. Написано, «Се даю вам власть наступать». Это записано у нас вот. В Луки 10 глава, 19 стишок написано, «Се даю вам власть наступать на вражью силу». Вот. И Иоанна 1, 12 стих, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Это не просто, а это власть. Власть. Вы знаете, мы когда были на семинаре, у нас, ну, проводили тренировку вот, о презентации миссии Гедеон. Да, вот, и я когда уже презентовал, говорил, ну, мы тренировались там, вот. А брат Баптист говорит, знаете, чем нравятся мне пятидесятники? А я говорю, чем? Он говорит, тем, что они говорят, как власть имущие. А я говорю, а ты Библию хорошо читаешь? Там написано, «Се даю вам власть, почему вы этой властью не пользуетесь?»
Эта власть вам дана. Сын царя имеет власть. Почти такую, как отец. Он имеет власть. Вот. Потому, а что такое сын? Что такое усыновленный? Он получает права сына. Он получает права сына. И потому он пользуется этой властью. И еще написано, я говорил уже, и так не стяжать, во 2 Тимофея написано 8 стишком, и так не, стяжать, не стыдясь свидетельства Господня, не стыдясь. Вы знаете, молчание это тоже грех. Это тоже грех. Если мы молчим, мы тоже робим грех. У нас брат, служитель, говорит, стою в очереди в банке, чтобы заплатить там, ну, за коммунальные услуги. Говорит, мне стало стыдно. Столько людей стоит, а я стою, молчу. Говорит, попадает женщина со свидетелей Иегова, уже нашла себе собеседницу, уже открыла свою Библию, уже ей что-то там показывает. А говорит, а мне так стыдно, что я стою и молчу. Потому не стыдясь. Еще одно свидетельство брат рассказывал, говорит, еду в электричке с Одессы до Котовска. Вот, еду в электричке, говорит, рядом сидит человек. Ну, как с ним? Завести какую-то беседу, что-то ему рассказать, Евангелику подарить. Вот, сижу и молюсь, Господи, помоги мне, Боже, я прошу Тебя, Ты, Боже, да Ты ж делай так, да Господи. Проехали раздельную, проехали дальше, говорит, уже доезжаем до Перекрестова. Говорит, он поворачивается, говорит, спрашивает, говорит, а вы не верующий? И Бог и так делает. И так делает, да. И есть много свидетельств об этом, что Бог свою работу делает. И потому мы сеять должны слово. Написано в Исаии, 55 главе, 11 стишком. «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». То есть вышедшее слово, то, которое мы посеяли, оно просто так до Господа не возвращается. Оно не возвращается, оно производит свою работу. Один брат свидетель, что с миссией Гедеон на конференции показал Евангелику, вот такую вот Евангелику показал. Ну и там осталось где-то вот так. Этого всего не было. Вот так где-то. Меньше половины. Говорит, там первые они выпускались на папиросной бумаге, чтобы удешевить, да. Он сидел в тюрьме, говорит, и хорошая бумага, чтобы курить сигареты, ну, крутить самокрутки. Говорит, и вот однажды я, говорит, скрутил самокрутку, сидел, курил, и что-то заинтересовался читать. Заинтересовался, говорит, я до утра эту часть прочитал. Утром я начал искать у других евангелику, чтобы прочитать вместе. Сегодня я, говорю, член церкви. Сегодня я состою в миссии Гедеон. Сегодня я их тысячами раздаю, эти евангелия. И хочу, и молюсь постоянно, чтобы это евангелие, говорит, дало кому-то, дало свободу. Да. А наш национальный директор миссии сказал, что, говорит, даже с дымом, говорит, слово Божие впитывается в человека. И потому мы должны сеять независимо где. Вот, независимо где. Еще было такое свидетельство. Один брат был, он англичанин, был моряком, офицером, приплывший в большой порт в Австралию. Говорит, и шел по проспекту. Подошел ко мне человек и спросил по-английски. Ну, он видел, что он английский моряк. Говорит, спросил по-английски. Разрешите вам задать вопрос? Говорит, пожалуйста, если вы сегодня умрете, где вы будете? Повернулся и пошел. Говорит, однажды этот вопрос у меня так засел, говорит, в сердце. И однажды, идя по Лондону, я увидел молитвенный дом.
И вспомнил этот вопрос. Если я сегодня умру, где я буду? Зашел в молитвенный дом, оттуда я уже вышел верующим человеком, я был уверенным во своем спасении, я бросил флот, оставил свое офицерское звание, я окончил колледж, я стал пастырем. И вот однажды, поехавший в Америку, бывший на служении, я услышал точно такое свидетельство. Говорит, подошел к человеку и говорит, где это было? Рассказал именно в том городе. Вот мы начали искать еще кого-то. Нашли, говорит, еще одного в Южной Америке. Вот мы сговорились и полетели в Австралию. Говорит, ходили по этому большому городу, по церквям, искали этого человека. И вот однажды в одной церкви, говорит, мы его знаем. Сейчас мы его привезем. Когда его привезли, они начали рассказывать о том, как они покаялись, какое слово, когда это. А этот человек стоит и плачет. Стоит и плачет. Говорит, что вы плачете? Это слава Богу, вы сделали большое дело. Он говорит, я за 40 лет впервые вижу результат своей работы. Я 40 лет каждый день 10 человекам задавал такой вопрос. А потому я и плачу, что вот как делает Бог. Говорит, результат. Давайте мы будем сеять слово, а результат оставим Господу. Весь результат уходит к Нему и на Его славу. Вот. Потому я сегодня, у нас, потому и создана миссия «Гедеон», для того, чтобы сеялось слово. Я представитель этой миссии, живу в Подольске, зовут меня Евгений, да. У нас есть отряд миссии. Вот. А почему называется миссия «Гедеон»? Потому что малым количеством побеждать большое войско, да. Малым количеством, со Словом Божьим побеждать, да. Потому миссия, она состоит из 300 тысяч человек имеет в мире, насчитывается, да, она. И в 200 странах, да. И за 116 лет, было роздано в мире более 2 миллиардов Евангелий. Более 2 миллиардов Евангелий за 118 лет, да. У нас на Украине 42 миллиона было роздано Евангелий, да. Вот. Потому слово, которое раздаю, оно не просто дается. Мы раздаем два формата Евангелий. Вот. Ну, вот такие вот, вот два формата. Они бывают разного цвета, но два формата вот таких раздаем. У нас, допустим, в Одесской области, хоть у нас область, самая национальная область, да. Ну, у нас, вы заметили, что я на русском языке говорю, потому что мы общаемся, хотя я знаю украинский язык, если я начну по-украински, буду как Азаров говорить. Вот. Но знаю язык, вот. И у нас и этого профессора Агиенко перевод, да. Вот. И наши Евангелия попадают во всем мире, да. Есть такая страна, я не помню, как она называется, в Африке, да. Там холера, чума, там вообще все, воды нема, есть нечего. Вот эти страны, которые по кругу обкрутили тремя рядами колючей проволоки, поставили пулеметы, оттуда никто не выходит. Есть один только вход в страну. Вы знаете, наши братья идут в одну сторону. Они назад не возвращаются, потому что их оттуда уже не выпустят, да. Туда воду, питание, все доставляют самолетами, вертолетами, сбрасывают, да. Наши миссионеры идут, несут слово, не идут в одну сторону. Он знает, что он назад не вернется. Если он умрет, не умрет от болезни, то он умрет от старости. Его оттуда уже не выпустят. По нашим Евангелиям гедеоновским, в этом джунглях там, да, у них нету денег, у них нет за что купить учебники. Вот они изучают грамматику по слову. Заодно и учат слово, да. Вот. Потому нам нужны труженики.
нам нужны труженьки. Я разговаривал с вашим пастырем, служителем, да, нету у вас такой миссии, да, есть в этом, но именно в церкви нету миссии, да. Это документы, которые открывают, потому что мы из одного братства, да, это документы, которые открывают двери, да. Это Слово Божье, которое несется людям, вот. И мы нужны труженика, не просто труженики. А он, я бы посмотрел, у меня сердце радует. Смотрите, сколько у вас братьев, да? У нас нема только, у меня нас столько нету, да? Но тем не менее мы трудимся. За 4 года в таком маленьком городке с населением 45 тысяч, да, мы раздали, распространили более 20 тысяч Евангелий, да. Но у нас еще есть ответственные 2 района, мы еще туда пойдем. Вот лето настанет, и мы пойдем по районам, да. Вот. Хотя и там у нас есть, мы межконфессионная организация, да. Вот. Поэтому вы подумайте хорошо. Вот. Имея Гедеоновский отряд, которые трудятся, а нужны братья с благословением церкви, потому что в миссию не принимают никого без благословения. Если церковь не благословит, служителя не благословят, его не примут в миссию. Вот. Еще нам нужны молитвенники, которые молятся постоянно за миссию, которые молятся постоянно за братьев, которые несут слово. Да не только в миссии, а вообще братьев. Если ты не можешь, если не можешь материально помочь, если не можешь сеять слово свое, молись за когось. Молись. Вставай на колено и постоянно молись. Вы знаете, я потерял у себя очень хорошего молитвенника. У меня был такой хороший молитвенник, да. Это моя теща, это жена, то есть мама моей жены, да. Она постоянно молилась. Я ее молитвы даже на проповеди слышал, да. Вот внутри я их слышал. Вот именно силу давала вот эта молитва, да. Вы молитесь за кого-то. И это будет ваш плюс, ваш вклад в это самое. А еще миссия нуждается в деньгах. Потому что Слово Божие, вот такая вот евангелинка стоит 40-45 гривен, печатка ее. Это только печатка ее стоит, да. Вот. А государство на это деньги не жертвует. Миссия – это такая самая организация добровольческая, как церковь. Да? Церковь живет за счет чего? За счет своих ресурсов. Вот так само за счет этих самых, как его, пожертвований живет миссия. Да? И если кто имеет, нам жертвует и церквя, нам жертвуют и это самое, братья, сестры жертвуют деньги. Вот. Я, как мне обещали, так и я обещаю, что на деньги, которые пожертвуют, будут напечатаны Евангелия. Они больше никуда не пойдут. Вот. Напечатаны Евангелия, и может быть ваш вклад, ваше Евангелие, то, которое напечатают на ваши средства, попадет какому-то ребенку, который будет учить грамматику. А вы знаете, что дети как губка впитывают все, да? Они будут учить грамматику и впитывать Слово Божье. Да. Слава Богу. Вот. Потому я хочу, чтобы Бог благословил вас обильно, да. Вот, я не знаю, мне так понравилось, что у вас так много братьев, у нас так столько нету, да. И чтобы Бог благословил, чтобы ваши братья и сестры и шли, и трудились. Вот там проводили за руку, вот там, да, сзади, да, за ручку брали и приводили в церковь. Слава Богу. Ну, время такое, не такое. Сейчас время кончилось клубов, время кончилось, площадей. Сейчас надо искать другие варианты, другое это место, чтобы проповедовать. Молитесь за кого? Брат Жора говорил, что возьмите человека, молитесь за него, молитесь, или вообще за кого-то. Потом молиться Богу, чтобы Бог показал, за кого, общаться с ним и привести. И тогда, говорит, вы не будете расширять молитвенный дом, а будете еще один строить. Я говорил, в Кривом Рогу уже 12-я церковь строится. Слава Богу, и ему за все слава. Аминь. Молимся.